15 июня состоялась прямая линия с Владимиром Путиным. Среди тех, кто обратился к президенту, была жительница Апатитов. В прямом эфире она подняла проблему медицинского обслуживания в городе. Девушка рассказала о том, что в Апатитах не хватает узких специалистов, из-за чего возникают сложности с постановкой правильного диагноза и качества медицинской помощи. Это коснулось ее лично. Президент пообещал помочь и взять ситуацию с Апатитской больницей на контроль. Обязательно посмотрим. Либо эту надо достроить, либо старую восстановить больницу. Поработаем, я вам обещаю. Ну и Даша, что касается твоей проблемы, тоже этим позанимаемся, ладно?